питательный, относительно быстрый салат из нескольких ингредиентов, который, вы увидите, рис уже сварен и ждет, пока остынет. Также яйца сварены и очищены. Далее будут они смешаны с консервированной рыбой, которая сайрой называется. Следующими элементами станет зелень, разнообразные в виде зеленого лука и свежего также укропа. Далее все это мелко режется, перемешивается очень аккуратно, чтобы не выпадало за пределы миски. И последним ингредиентом на составляющем будет зелень. Далее вкус очень приятный, нежный. Сытное блюдо получилось. Спасибо вам за внимание. Ждите новые обзоры. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо за внимание.